А жители Кайгородка остались без воды. Проблема коснулась двух многоквартирных домов по улице Мира. Всему виной сильные морозы. На протяжении двух недель люди были вынуждены набирать воду из колонки. Ранее воды не было в администрации района, на почте и в магазине. Проблему в организациях устранили, а вот в домах нет. Работники жилфонда и КТК сказали, что их не впустили в дом и не дают проверить трубы. Хотя в дом их пустили. Пускали, их ждали, они приходят чуть ли не в обед и уходят, не знаю. Вот наш кран, который бездействует. Так мы моем посуду в тазиках. Тут же мы моем ручки, также в тазиках. Вот. Юргану удалось связаться с главой района Ларисой Ушаковой. Вот как она прокомментировала ситуацию. Сейчас у нас вода 18, уже комитепловой сделана. Сейчас и потом 20-й дом остался. В обед, получается, 20-му дому вода проведена, ну, в смысле, там окончательная. И сейчас, получается, по 18-му это еще осталось. Комитепловая это держит все на контроле, мы тоже. После беседы с Ларисой Ушаковой мы вновь связались с местными жителями. Вода в одном многоквартирном доме уже появилась.